Друзья, маринованные огурцы я солю так, на литровую банку. Укладываем любую зелень, какая вам по вкусу. У меня лавровый лист, хрен, смородиновый лист, укроп, чесночные стрелки, зеленый, черный горошек, семена горчицы, душистый перец. Это все я уложила на дно банки. А по соли. Соль идет на литровую банку. 2 чайные ложки и чайная ложка сахара. Как меня учили, перед тем, как залить кипяченой водой, горячей кипяченой водой, под баночку ставим нож. Не знаю, в чем это связано. Ставим нож и заливаем баночку кипятком. Но это я так понимаю, что баночка не треснула. Доливаем кипятком не до конца. И ставим в кипящую воду на дно кастрюли. Все баночки вот так вот выставляем. А в конце уже заливаем баночки до конца, до краев. Баночки вымытые просто содой. Здесь же у меня стерилизуется крышка. Прикрываю вот так вот крышечкой. И на 10 минут у меня стерилизуется. В конце добавляю уксус 70%. Меньше пол чайной ложки. Вот показываю, еще положила под баночку нож. Можно, у кого есть железный поднос, можно железный поднос поставить. Баночки разлить кипятком. Все. И опускаем в кипящую на средний огонь огурчики. Чтобы не обжечься, до конца не заливаем, а потом как поставили, уже можно долить кипятком. Закрываем крышечку и так, пока не заполнится вся кастрюля. Опять заливаю кипятком. Одной рукой неудобно, поставлю сюда. Залила. И сюда же. Как раз у меня на 6 литров кастрюля входят все баночки, 3 баночки. Заливаю до краев кипятком. Закрываю крышечкой. Все, засекаю время. Литровые банки стерилизуются, маринованные. 10 минут. 3-литровые 15-17 минут. 2-литровые 12-14 минут. В конце добавляю уксус 70% эссенции. Меньше пол чайной ложки. Баночки закрутили и перевернули. Перевернули и укутали одеяло полотенцами до остывания.